Исторические документы говорят, что иван-чай – это русское достояние национальное. И был предметом экспорта очень долгие годы, и даже века. И наравне с пенькой, лесом вывозилось в другие страны. Листочки мы сдаиваем, то есть мы берем, держим рукой за стебелечек и спускаемся вниз вот так вот раз. И у нас получается в ручке вот такой, мы его кладем. Еще разочек, любой кустик берем, раз, и складываем. Лист шелковый, мягкий, собирать его можно до цветения, когда только завязывает чашечка. Эти листья, растения остаются, свести и радовать глаз дальше. Жай, режай. Теперь не будем каждый. Помяли немножечко, чтобы чуть-чуть он был помягче, полегче, пошелковистее. И начинаем делать скруточки. Несколько с усилием движений, чтобы он у нас дал сок. Обычно интерес появляется, когда мы угощаем. Люди пьют чай, но он необычный на вкус. И спрашивают, что это? Мы говорим, иван-чай. Варился, цвет дал. Да может, просто воды нальем, нет? Так мы нормально заварим. А, ну все. Давайте. Чувствуете, как пахнет? Мы ее кладем сверху полотенце. Какие мы молодцы. Да. Все мы перетерли, все. После того, как у нас несколько дней иван-чай в теплом, темном месте полежал, он стал вот таким. Темные, вот наши скруточки, они стали коричневого цвета, и на запах пахнут черносливом. Сладкое, вот невыносимо сладкое. Значит, процесс, в общем, закончился. Современные чаи, которые обычно предлагают в кафешках, частенько отдают химией. Поэтому стали так популярны вот китайские чаи, зеленые чаи, которые просто покупают и заваривают. Иван-чай отличается тем, что он чисто травяной, вкус без химии, очень своеобразный, приятный. А русский чай, то есть изначально же, пока не было привезенных чаев, на Руси пили как раз иван-чай, кипрею скалистный. Собирали, ферментировали и пили. Иван-чай, и когда холодно, например, хорошо попить, он горячий, согревает хорошо. Сейчас вот жарко на улице, тоже очень хорошо, потому что иван-чай можно пить и холодным совершенно. Он очень утоляет жажды, полезный. Поэтому популярностью он у нас очень пользуется.
Иван-чай – это исконно русский напиток. Он, наверное, уже в последнее время стал завоевывать новую популярность, и все больше люди узнают о нем и покупают его, потому что он, Иван-чай, обладает удивительными лечебными свойствами. Он тонизирует утром и успокаивает вечером. Еще пока, наверное, иностранцы достаточно редко его покупают, потому что все-таки это наша русская трава, кипрей трава, а иностранцы, ну, уже, знаете, чаще покупают, наверное. А вообще, в основном... Там сидите у телевизора, новости смотрите. Да, и раз. И рот разъем.